И всех лорд-капитанов приветствую. Сегодня рассмотрим билд на Кассию, Кассию-навигатора, который наносит урон. Кассия у нас офицер. Кассия у нас приходит к нам с 4-м левелом. Соответственно, сбрасывать ее левелы мы можем до 4-го. И первое, что мы берем, это выбираем характеристику. Значит, для Кассии самое главное — это воля, также восприятие в меньшей степени, и еще в меньшей степени это общительность. Мы будем Кассию все время поднимать волю бафами, характеристиками, предметами, потому что воля — это характеристика, от которой зависит наш урон, и не только. Берем волю. Кассия — такой персонаж, у которого весь выбор, почти весь выбор талантов, универсальный либо не универсальный, сводится к тому, что ты берешь таланты навигатора, таланты Кассии. Потому что они очень-очень хорошие, они очень-очень вкусные. И по сравнению с другими талантами, талантами архетипов, талантами просто общими, универсальными, они смотрятся намного лучше. Первое, что я возьму, это главенство мысли над материей. Для всех проверок навигатор использует значение воли, если это значение выше, чем у необходимой характеристики для проверки. Также, если значение воли выше значения выносливости, то и для расчета здоровья тоже используется воля. Кассия в перспективе может стать танком. Надо это нам или нет, тут другой вопрос, но живучесть в любом случае лишней не будет ни для кого. И плюс у Кассии это уникальные таланты на живучесть. И тут выбор брать или не брать даже не стоит. Мне нравится быть живым. Мертвый персонаж, он как бы урон не наносит. Дальше что мы берем? Как ни удивительно, талант навигатора. И возьмем тропу изворотливости. В данном случае вместо ловкости для расчета уклонения у нас будет выбираться восприятие. Когда у нас восприятие выше, чем ловкость. А восприятие у нас выше, чем ловкость. Ну и тут опять воля. И вот у нас выбор первой способности. Много чего можно взять, много всего хорошего я буду брать навстречу свету. Хотя, опять-таки, если вы хотите прям сразу урон наносить Кассии, если вам не хватает урона, то можно и сразу взять выдержать взгляд, чтобы наносить урон. Но мне больше нравится сначала забафаться максимально, а потом уже и наносить урон. То есть играть со стороны защиты. Хотя, как бы, разработчики, совокоты, они за то, чтобы мы все-таки рисковали и наносили сразу как можно больше урона. Некоторые боссы нам это очень-очень хорошо показывают, что их надо уничтожить как можно быстрее. Но на максимальной сложности мне и так это удается. И для меня все-таки на максимальной сложности важен комфорт. А комфорт, он достигается, когда у вас в пати все живы. Потому что если в пати вот все мертвы, то ни о каком комфорте говорить тут и не стоит, наверное. Так что берем навстречу свету. И опять талант навигатора. И опять талант, который помогает выжить. У каждого противника в зоне видимости навигатора снижается шанс уклонения и попадания на 2, умножить на бонус восприятия навигатора. Берем взгляд небытия. По поводу восприятия, тут есть замечательный такой еще талант, прилив и отлив. 20 к восприятию, каждый нечетный, каждый четный, дополнительное очко действия. Я его сейчас пока не брал, но впоследствии я его, скорее всего, возьму. Так как 20 восприятия — это весьма неплохо. И плюс еще и дополнительное очко действия через ход тоже помогает. Казалось бы, да, мы опять будем брать талант навигатора, но нет. В данном случае мы возьмем талант архетипа. Это, наверное, единственный
момент, когда я беру талант архетипа для Кассии. Этот талант — перехват инициативы. Он хорош и для офицеров других, но он в лучшей степени еще подходит для Кассии. Чуть позже объясню, почему. Поэтому берем перехват инициативы. Значит, ну, он позволяет в самом начале боя, самым первым, сделать доп-ход. И потом этот доп-ход кому-нибудь отдать. Ну, так как мы офицеры, у нас есть особое поручение, способность. Это имба. А имба не контрится. Поэтому перехват инициативы. Очень полезно бывает в начале боя, почти всегда, накинуть кому-нибудь доп-ход, чтобы и сделать что-то очень важное. Так как инициатива, если не пользоваться багами игры, да, читами, так сказать, игры, то мы не всегда ходим первыми. Мы далеко не всегда ходим первыми. И когда у вас в команде уже половина персонажей мертвых, а вы еще не походили, ну, это, наверное, не очень хорошо. Поэтому перехват инициативы. И тут опять-таки убеждение и коммерция. Берем, допустим, убеждение. По поводу убеждений и коммерции, значит, я уже говорил, наверное, да. Тут опять-таки, если у вас персонаж с высокой общительностью, то, ну, наверное, вам, Кассию, может быть, надо не убеждение и коммерцию, а что-то другое вкачивать. В моем случае у меня персонаж, у которого общительности нету, поэтому Кассия единственный персонаж, который мне больше подходит для того, чтобы качать убеждение и коммерцию. И первое улучшение ульты. Ульту мы взяли на четвертом. Вернее, мы не взяли, она уже сама была, эта ульта. Кассия такая пришла. Значит, по порядочку начнем. Просто объясню по поводу всех улучшений. Значит, в то время, когда я проверял, не знаю, как сейчас, может быть, поменялось что-то, напишите в комментариях, если вдруг заработал вот это улучшение. Но тогда, когда я проверял, урон был мизерный, и цель получает эффект приказа командира до конца боя, это вообще условие не работало. То есть талант, по сути, не талант, а улучшение ульты не работало. Второе. Час пробил, улучшение 2. С цели снимаются все негативные эффекты. Прям не всегда это надо. Но ключевое здесь — это что цель не может умереть до конца следующего хода офицера. Значение здоровья не может опуститься ниже единицы. Это прямо в основных боях это не нужно. Потому что у нас обычно цель, на которую мы кидаем, она не умирает за один ход до офицера. Поэтому, в принципе, можно и не брать, но есть одно но. Особенно в первой главе это но сработало очень хорошо у меня. Это босс первой главы. Не буду говорить, что за босс, если вдруг кто не знает. И там он может убить нашего любого соратника с одного удара. Ну, вернее, не то, что с одного удара, но за свой ход убить, да. Если соратник нам очень важен, если соратник ближнего боя особенно наносит очень много урона, да, я намекаю на Паскаля, к примеру, ну, Абеляр тоже хорош, то мы можем дать ему возможность выжить до своего следующего хода. И вот в этом случае это улучшение ульты очень сильно, оно максимально крутое. Но в большинстве случаев, конечно, оно работать особо не будет. Разве что негативные эффекты какие-то снимать. Я, честно говоря, не помню, что у меня какие-то были проблемы прямо вот с тем, что нужно срочно снять негативные эффекты, иначе вот беда-беда. Поэтому, да, берем, но под вопросом. Я-то беру, но если у вас получается пройти без этой ульты, без улучшения этой ульты босса и других боссов, то можно и не брать. Значит, по поводу третьего улучшения ульты. Временное здоровье. Очень много талантов, способностей, которые накидывают временное здоровье. Да, та же Кассия накидывает временное здоровье. Да, тут же Беляр себе сам накидывает временное здоровье. И поэтому, ну, прям не очень мне нравится это улучшение. И вот четвертое улучшение ульты, которое надо брать всегда, везде и всем. Час пробил. Дает цели
1 ОД и 1 ОП за каждого убитого противника до бонус общения раз. Кассия персонаж, который общительность качает, у которого есть способности, вернее, есть талант, который увеличивает общительность в зависимости от взятых других талантов навигатора. И поэтому общительность у нее нормальная. И, к примеру, если дать Паскалю час пробил, то он может очень-очень мелко-мелко нашинковать очень большое количество противников. Поэтому это вот самое крутое, что есть в улучшениях ульты, как я считаю. Также можно передать это улучшение еще потом на другую цель, если вдруг противники закончились. Так что я беру и второе, и четвертое. Четвертое по-любому, а второе для того, чтобы выжить. Так, тут у нас коммерция. Дальше характеристика. Волю мы уже вкачать не можем. Поэтому качаем восприятие. Переключаемся на все способности. Идем в самый низ и выбираем талант навигатора. И следующий талант, который мы возьмем, это контроль над временем. Когда кто-либо в бою получает дополнительный ход, навигатор получает суммирующий бонус плюс 5 к воле до конца боя. Как это работает? Да, это вот так вот и работает от офицеров. Когда офицер дает кому-либо доп-ход с помощью своей способности особое поручение, то Кассия получает плюс 5 к воле до конца боя. И это все суммируется. Значит, чем больше у нас офицеров, тем больше у Кассии воли. По поводу офицеров, тут надо сказать отдельное слово. Офицеры в игре очень сильные, они прям имбалансные. И с помощью офицеров можно любого персонажа раскачивать. Ну, не то, что раскачивать, но любой персонаж может очень-очень много хороших дел против противников натворить благодаря этому приказу офицера. И, следовательно, если у вас еще и дополнительный, кроме Кассии, офицер, то она еще больше воли будет получать. В два раза, да? Два офицера в два раза больше воли. Три офицера в три раза больше воли. Но даже если, как у меня, у вас тоже офицер только один, это Кассия, все равно эта способность очень-очень крутая, она просто имбалансная, которую брать в любом случае надо. Потому что благодаря ей мы сможем раскачивать волю до небес. Просто до небес на Кассии. И еще один момент. Значит, по поводу перехвата инициативы. Где тут наш перехват инициативы, да? В первый ход Кассия получает плюс 15 воли. Благодаря перехвату инициативы, по сути. Дальше мы все время, каждый ход можем по плюс 5 к воле получать до конца боя. По поводу характеристики. Опять берем восприятие. Нам воля и восприятие нужны для выживания и не только. И тут еще одна способность. И вот в этот раз уже берем наконец-то выдержать взгляд. Способность на нанесение урона. Урон весьма-весьма солидный, который зависит, само собой, от нашей воли. И еще один момент тут надо сказать, что в данный момент у меня посоха нету, но в других моих сохранениях, на которых, ну, в принципе, это есть основное сохранение, просто оно чуть раньше. Да, напомню, мы играем каждый вечер в 8 часов по московскому времени в Warhammer на стримах, поэтому можно посмотреть, зайти, если есть желание. Так вот, там у меня есть посох, который позволяет Кассии использовать тот же выдержать взгляд, либо там навстречу свету два раза. Ну, не только, вообще любые способности два раза использовать можно. Следовательно, еще в два раза больше урона благодаря вот этому посоху. Он чуть позже появится. В первой главе, по-моему, его нету, если я не ошибаюсь. А потом он появляется. Вообще, я считаю, что Кассия и Паскаль — самые сильные персонажи в игре. Просто самые сильные персонажи. Напишите, если вы считаете по-другому. Но вот мне так показалось. Значит, универсальный талант. Кровавое предвестие. Получая урон от навигатора, противники получают 2 на бонус восприятия навигатора процентов дополнительного варп урона. Дополнительный урон от каждого попадания суммируется.
что тоже можно раскачать очень-очень много урона на какую-нибудь там цель толстенькую, на босса там. Ну и не только. Кровавое предвестие тоже берем. Все, на урон мы способности взяли. Пора взять способности на живучесть. Аномальная живучесть. Навигатор восстанавливает 5 здоровья в начале каждого хода и получает одно дополнительное здоровье за каждый талант навигатора. Исцеление увеличивается на 1 за каждое существо, убитое за время между ходами навигатора. И значит, 5 это у нас воля. То есть, соответственно, чем больше у нас воли, тем больше мы восстанавливаем здоровье. Про что я и говорю, что Кассия очень-очень плотный персонаж, который может быть танком. Дальше берем коммерцию. В моем случае, опять-таки, замечу, в моем случае у вас все может быть по-другому, что касательно навыков. И здесь у нас уже воля и восприятие не качается, мы не можем качать, поэтому качаем общительность. Дальше талант. Я возьму проверенные маршруты. У нас псионик в команде есть. Это мой основной персонаж. Плюс сейчас у нас есть Идира, но впоследствии потом я Идиру уже не брал и не беру. Но во всяком случае проверенные маршруты позволяют нам восстанавливать завесу. И здесь берем час пробил, четвертое улучшение, которое позволяет нам получать 1 ОД, 1 ОП за убийство до бонуса общения раз. Но я уже рассматривал все эти улучшения. Вот так вот. Вот такой вот у нас Кассия персонаж получается. Если есть предложения, замечания, пишите в комментариях. Мне будет очень интересно. Заходите на стримы. Напомню, 8 часов по московскому времени. Играем в Warhammer. Каждый день, кроме выходных. В выходных другие игры играем. Спасибо за внимание. Приятной всем игры. Пока.